То, что мы завод приостанавливаем на реконструкцию, это принято решение. Руководство компании об этом доложило правительству. Раз правительство знает, значит, знает глава государства. Чтобы дальше Дискозганский завод работал, нужно, чтобы мы завод готовили к приемке сернистого концентрата, который придет с Башикульского месторождения, который пойдет в 2015 году. Жартзавод неге сол ремонт тұра беріс істелмейді? Бізді жауып тастап 2015-ке дейін біз не істейміз? Бәрін шашлап көтеріп тастаймыз. Сегодня цена на медь 6800. Если мы вот это... Вы думаете, что... Затон, да? Затон, да. Вы думаете, что мне охота, что ли, этот завод закрыть? Это по ушам пинаемся, закрой завтра, отвечаем. Кому это выгодно? Где наша прибыль? Казахмыс выходит, мы думаем, мы растем. Говорили экономически, все у нас только политика в сторону, только экономически. Ладно, вы работали, не спрашивали 5 копеек, а что там? Там у нас Ким, говорят, мы первый чуть ли не в рядах первых чисел экономики, мировой. А где один человек такую сумму заработал? А давайте все сейчас арестуем и сделаем. Правильно! Это не надо. У нас такая просьба выйти на уровень правительства. Надо что-то менять в корне. Должен быть какой-то конец быть. Ладно, пусть это будет конец начала. Давайте пошлем других своих депутатов, которые действительно переживают, которые могут посчитать и сказать, и отчитаться хоть раз в год, отчитываться. Где же эта экономика, между прочим? Осталось год, кому 8 месяцев, кому 3 месяца, 4 месяца, кому год-полтора осталось. Что им делать? Вы одну вещь поймите. То, что мы сегодня делаем, если мы его сегодня не сделаем, через год нам будет еще хуже. Сейчас вот третью закрыли, всех людей на первую-вторую перевели. Там построится в 2015 году, и эту закроют. Да, концентрация. Кому это выгодно? Зачем людям вообще на уши вешаете? Мы свой город поднимали, мы еще и Караганду поднимали. Ускемен тоже. Понимаете, Ускемен, мы все подняли, полностью Казахстан подняли. Мы сами пришли, все. Балхаш мы подняли. Отбоем, мужики, не волнуйтесь, руды валом. Сейчас батали, а сегодня пришли. Никому не нужен. Сами подумайте. Что вы за нас? Все, мы не дадим завод закрывать. Строим за новый день. Давай. Через 10 дней.